Привет, сон чухонец. Записывая видео о легендарном издании Киклад, я вспомнил, что ведь это не единственная игра Бруно Каталы, где он использует его аукцион в игре. А поэтому я решил записать видео о Бумтауне, игре почти 20-летней давности. А Бумтаун — это совместная работа двух Бруно, Бруно Каталы и Бруно Файдути. Тематически это 19 век, Дикий Запад, куда устремились многие в поисках золота. Игра от 3 до 5 игроков, играется довольно быстро, в среднем где-то 40 минут. И в каждом раунде открывается с колоды столько карт, сколько игроков, и проводится аукцион. Поднимаешь ставку или пасуешь, если не можешь или не хочешь дальше участвовать. И потом все забирают обратно свои ставки, кроме победителя. И тут начинается самое интересное. Свою ставку победителя дают игроку справа, тот забирает половину ставки, округляя вверх, потом оставшиеся фишки он передает следующему игроку справа, тот тоже забирает половину и так далее. И после этого победитель выбирает одну из открытых карт на столе, далее игрок, но слева, тоже выбирает одну карту и так далее по кругу. После того, как все выбрали по карте, победитель аукциона бросает вот эти два кубика, и как в катании, смотрим на сумму, и доход получают те игроки, которые имеют карту с такой же цифрой, например, 9, 7 или 10 в этом случае, или 5 было бы выгодно этому игроку. Потом начинается новый раунд, открываются новые карты, и это длится до тех пор, пока в этой колоде не остались больше карт. В конце игры суммируем стоимость всех ваших фишек. Монеты на картах плюс 5 очков за каждого вашего мэра города. И у кого больше, тот победил. Ну, игра, несмотря на то, что это, по сути, аукцион, весьма хаотичная. Ну, это стоило ожидать, если на коробке видите имя Бруно Файдути. Карты бывают двух видов, то есть в основном прииски, но тоже есть карты событий, соотношение 3 к 1. Карта прииска привязана к одному из городов, на это указывает конкретная краска. И также на карте указан, как я уже говорил, доход и цифры, которые должны выпасть для получения дохода. Но не все так безоблачно. Игрок тоже может иметь, как я уже говорил, фигурку мэра города, если он первым собрал хотя бы два прииска одного города. Тогда все, которые выбирают карту этого города, платят ему столько, сколько у него приисков данного цвета. В этом случае, если кто-то хотел бы забрать желтую карту, он бы платил 3 монеты этому игроку. Если у кого потом будет больше приисков этого цвета, тогда он забирает эту фигурку мэра города. Если же игрок выбирает карту событий, то он сразу применяет эффект или потом, если на это указывает текст карты. Но эффекты могут быть разными. Можно взорвать прииск, как в этом случае с динамитом. Можно отжать прииск, можно грабить других, отобрать фишки у них. Можно заставить платить за доход, как в этом случае, с помощью бара. Изменить результат кубика и так далее. Но в результате мы получаем довольно веселую игру аукциона. Но бывает, что игроки подзабывают, что не надо слишком увлекаться ставками. И это в итоге отразится на конечный результат. А так, я думаю, что довольно сбалансировано получение фишек после аукциона. Как бы в одну сторону идут фишки, а в другую выбор карт. Тоже надо хорошо смешивать колоду. Помнится одна партия, когда много карт событий появились в первой половине игры, и конец игры был довольно предсказуемым. Сравнительно недавно вышла обновленная версия под названием Gold River
Сначала я хотел его приобрести, но потом отказался. Причина этому – очень плохое качество компонентов. Ну, коробка и карты очень тонкие, и поэтому игру можно сейчас купить меньше, чем за 20 евро. Да, Gold River имеет несколько улучшений. Там есть вариант двух игроков, новые карты событий, новые кубики, похожие на те, кто в другой игре катали на гараже со стоимостью от 1 до 4. Но это был один из главных пунктов критики Boomtown, что многие прииски за всю игру так и не давали доход, но сократив результаты от 2 до 8, шансы на доход, конечно, возрастают. Каталог тоже там добавил покерный вариант, плюс 10 в конце игры за лучшую комбинацию из карт. Ну, там добавляется тоже небольшой такой стратегический уровень при выборе карт. Так что, если не удается найти дешевые копии Boomtown или Gold River, можно самим легко сделать свою копию игры. Из игр с похожим механизмом аукциона я мог бы посоветовать игру Райнера Кницы, Traum Fabric или Dream Factory, которая вышла еще раньше, чем Boomtown. Тоже интересная игра о Голливуде и о создании фильмов. Но там ставка победителя равномерно распределяется между остальными игроками, а то, что невозможно распределить, остается на следующий раунд. Спасибо за внимание и увидимся в другой раз.